А губернатор края Александр Рус принял досрочные отставки сразу 4 глав муниципалитетов. Речь идет о руководителях Боготольского, Идринского, Енисейского и Манского районов. Все они сегодня прибыли в Красноярск, чтобы официально сложить свои полномочия. Для этих руководителей 2020 год стал бы последним. В должность они вступили в 2015-м сроком на 5 лет. Однако до выборов никто не досидел в правительстве. Не называют причин отставок, однако политологи уверены, так районы готовят ко Всероссийскому дню голосования. В Красноярском крае где-то в 80% территории будут переизбраны муниципальные парламенты. И мне кажется, то, что сразу 4 глав покинули свои посты, это своеобразный сигнал тем, кто еще остается работать. Показано краевым руководством, что особых сантиментов разводить никто не будет, и оцениваться их работа будет по конкретным результатам.